Владыка Жар меня благословил, да? И мы с ним договорились, что он не будет вмешиваться в выборы. Не будет агитировать ни за меня, ни за семью. Он ему церковь будет заниматься тем, чем положен. А ему то же самое обещал. Ну, таинство нужно знать. Не, ну є не таємство, коли Владика Жар підтримав Росію і російські війська, будучи героєм України. Чи не могли, поки ви ще депутати, поставити питання позбавлення його героя України?